вас, да, можно вас на минуточку еще? Я думаю, что после столь ударного номера, как с Керцей Соната Шостаковича, мы должны порадовать вас очень певучей кантиленой. Не так ли, друзья? И у нас не только юбилей Чайковского Шостаковича, но еще и прошел в минувшем году юбилей замечательного советского композитора, самого титулованного композитора, еще начавшего карьеру с дореволюционных времен, Рейнгольда Моритсовича Глиера. Я являюсь большим другом не только семьи Юргенсон, но и семьи Глиер Новосельских. Они передавали большой привет всему сегодняшнему собранию, концерту на бис-фестивале Юргенсона. И в честь 145-летия Рейнгольда Глиера сейчас прозвучит его ранний опус, который звучал, кстати, это была первая музыка, которую пустили в граммофон на развалинах Рейхстага после победы над фашистской Германией. Об этом рассказывали мне сами, так сказать, родственники, потомки Рейнгольда Моритсовича Глиера. И действительно, это установлены исторические факты. К 75-летию Великой Победы мы исполняем вот этот знаменитый ранний опус, опус 3, романс Глиера.